Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Садурский сад». С вами Алена, Калужская область, участок с северным уклоном, земля суглинок. Сегодня совсем-совсем кратенько о розе, которая прочно зашла в мое сердце и, кажется, всегда будет в топе любимых. В этом сезоне уж точно. Салли Холмс. Мускусная роза, весенняя посадка. Вы сами видите, какая это мощная роза. Достигла высоты уже 120 сантиметров, самый большой ее побег. Конец июля. Роза показывает всю свою пышность и прелесть. Так выглядит побег, который просится в утиль. Я его просьбу удовлетворю, тем более, что сейчас провожу тотальную обрезку розариев своих. Постепенно это делаю, как могу, как получается, как погода позволяет. Жара у нас немного ушла, но дожди проливаются время от времени, они сильно мешают. Ну, вы сами это знаете, конечно, друзья. Роза соседствует с необычным компаньоном. Вернее, компаньон-то он привычный, только он необычно будет расположен. Клематис третьей группы обрезки Inspiration. Он будет здесь расти, как почвопокровный. В этом цветнике посажены также гортензии, немного хвойных, вероникаструм, спиреи, Golden Princess карликовые, желтолистные. Но я думаю, Салли Холмс будет солировать. Приглашаю всех желающих подписаться в мою группу ВКонтакте «Садурский сад Алена». Я развиваю семейный мини-питомник. Сейчас в наличии есть саженцы гортензии, весной будут саженцы роз. Всем рады, друзья! Добавляйтесь! Хочется кружиться вокруг нее и кружиться. Показывать и показывать. Друзья, делюсь своей радостью. Мне действительно очень понравилась эта роза. Хотя супруг мой сказал, считает, что это совсем не роза. Ну так я не спорю с его мнением, а имею свое. Это роза. Прекрасная, обильно цветущая, очень здоровая роза, имеющая крепкие побеги, завидную энергию развития, Салли Холмс. И на этом сегодняшний кратенький обзор заканчиваю, друзья. Ставьте лайки, поддержите канал комментариями. Читать отзывы интересно, и не только мне. Добра, здоровья и мира. Заглядывайте.